А ждешь меня? Хорошо, я уже тоже нажила. Всем привет, всем Нажала. здрасте, я Маша с своими культяпками. Вот такая я сегодня сумасшедшая дурная девчонка. Со мной Влад и Артём, мальчики, поздоровайтесь. Всем привет, привет. Доброго времени суток. Мы не смогли никого больше собрать, поэтому мы будем играть втроем. Вот так вот получилось. Кенни что-то молчит, Фасук тоже не отреагировал. Вот так вот все произошло. Все Грусти чё. бросили нас. Машу опять Да. на помойку сдали. Да, ее бомжи сразу после фазмофобии пришли, забрали, потому что она там что, пукнула штаны, да, говорила жидко. И все. И бомжи такие, а, наша девчонка. И забрали с Боже. собой. Я сейчас смотрю на тебя, на твою прическу. И это, наверное, ты первый человек, которому не идет два хвостика. Почему? Которого я вижу. Я не акушка веселая. Что, Не, нормально? можно сделать еще вот так. Я буду А как... ты, Кого? Влад, часто видел девчонок с двумя хвостиками-то? Только Достаточно. в садике, я думаю, только в Ну, в школе. садике. Ну, то она же не в Надо садике, она в вот, школе. блядь, надо завертушки Надо сделать. школьную форму на нее нацепить, Вот, вот. а вот может быть, да. Вот так вот, Школьную все. форму? Все, да. Нет. Все, я буду сидеть лохматая. Разлохматься, блядь. Ну, не ломай, не ломай. Все. Мне все равно, я красивая. Влад, набирай пати. Так, я Вы ввели переключилась. код ОУ Канада? А? Вы ввели промокод ОУ Канада? Напиши, пожалуйста, куда-нибудь. А Здесь... где? Промокод напиши. Вот, я в Дискорде написал. А куда его Ввить. надо ввести? Куда вы Сейчас тебе обычно Влад вводите все расскажет. промокоды? О, Канада? А, это магазин, Катя. Магазин. И вот справа примените код там. А где тут В центре магазин? внимания. Сундучок такой нарисован. Ага, И оттуда магазин. лапки. В центре внимания и справа примените код наверху. А. О, Канада. О, А Канада что реально. дают? О! Знаешь, брелочек. Нахуй, не нужны эти Брелочек. брелки. Ну, Ну, пусть слушай, тут будет. тебе не угодишь, что... Чё ты молчишь с этими карточками? Тут чё ты... Нафиг кому нужны эти брелки? Не, ну их так много у меня, что они нафиг не нужны. Куда их цеплять-то? Зачем? Они бы хотя бы какие-нибудь плюшки давали, там, плюс 2% к скорости. И тогда пойду виндам. А Хотя я нету так платить за них плюшек? не надо. У меня Что-что? 16 страницах. А? А? Кого? А? 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 Чё? Кого? Чего? Нани? Нани? Чёрный? Курниной. Я вообще не понимаю, чё приключилось. Влад, Я что-то тоже. сказал? Я... Нет! А чё панику разводишь-то на ровном месте? Все, не беси меня. Так, все готовы? Да. Я не готов. Будь здоров. Спасибо. Монитор протирай. Да. Так нет, это я сдержал еще плюс-минус. Ты спрашивал, как Влад чихает. Мы услышали, как Влад чихает. Слышали, как Вы не Влад хотели чихает. этого слышать, скорее всего. Почему? А можно полную силу в следующий раз? Может быть. Тогда я боюсь, снесет монитор прям. Ну, я еще чихаю раза по два обычно. Три. Всегда. Турчу разнулся. Моя что-то такая бурчит, сидит. О, Фасук, хай! Че, Хеллоу! выходим, или Привет! фасок? Ты с Фасок. нами будешь играть или как? Ладно, у нас О, разминочная карточка. моя такая говорит. О! Да кто там такой А чихающий? тортик-то поставили? Тортик? А, Блять. все, обосралась. А, поставил, смотри. Поставила? Да, поставили. Он Да, ставится поставила. автоматически. Надо сам А. кисть Нет, если он подкалкивать. стоит, то да, он стоит. Если он есть. Да. То есть его не Да. надо после каждой катки обновлять. Это удобно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Торик. Давай тогда мы сейчас эту катку отыграем и тебя берем с собой, да?
Фарсук. 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 Да еще что-нибудь поковеркай. А я действительно думал, что он пока не расслышал более, скажем так, подробно, я думал, что это барсук, а не фасук. А, я не один такой. Так ты же видел, Ник, ведь. Ты же у меня в Дискорде 355 лет, Влад. А кто смотрит Дискорд? Кто сидит в этом Дискорде, да? Почему ты не смотришь Дискорд? Что за дела? А что там смотреть? Как что? Я там иногда сиськи скидываю. А-а-а, куда? Чи? А почему я об этом ничего не знаю? Я чи? Тоже, я тоже, если честно, об этом ничего не знаю. Я об этом ничего не знаю. А чьи сиськи, Влада? Да. О. А я об этом ничего не знаю. Не знаю. Так, ребята, погнали в Монако. Кто-нибудь помнит, как это играть? Я нет. А кто ман, кто-нибудь расскажет? А, не видно же, да, сейчас? Сейчас не видно. Отстой. Блять. Хуйня. Я Вескер! Один совсем, это кто? Вескер. А, Вескер. Тебя еби... Его. На меня собака так посмотрела, типа, мама, какого хера? Какого хера ты орешь? Вот Катя поехала кататься. Я поехала! На ручках, на ручках. Когда ей обещали. Когда ей обещали, что ей будет. Что ее будут носить на руках, она не это представляла, мне кажется. Да. Вот он сюда идет. Тихо, иди сюда. Ты убежала, надеюсь? Типа. Катю спасать. Нет. А нахуй ему нужна? Тасай, куда сай, блядь! Я пока вафлю поем. Вафля! 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 Вескер лох! И на пох! А? Девочка Вескер. Стой, стой, стой. Стою, стою. Девочка Вескер. Лечи меня полностью, щупай меня. Девочка дырочка. Боже мой. Ложись, Каюш, ложись. Скажи, мама, что ты кричишь? Сосать, блядь! Извините. Мы только начали. Тихо. Ничего не имею против, но тише. Все. А что, громко? Да. А ты его ведешь ко мне. Я не знаю, где вы, честно. У меня ПРки другие, у меня бросил, кстати. А, он по мне вообще промазал, когда я по прямой бежал. Ой. Кать, ты куда убежала? Я в домик зашла. А, кричишь? Да, где ты, иди ко мне. А ты чё это? На тебя надо побрызгать. На меня? Да, то ты вся в червячках. В гное. Фу. А, ну, Сладик. Коробочку тебе надо найти и побрызгать на себя, а то ты медленная. А я видела, будешь. А ты, получается, его ко мне вел, и поэтому я коробочку недооткрыла. Извини, я не знал, где вы. Что за мечта? Если что, то я его перехватил, он как бы меня повесил. О, блядь. Ой, ну чел-то вообще какой-то этот. Сюда. Что у меня за мечта, ребята? У меня много мечт. Мега богатый быть. Да. Знаете, кто мы в ДБД? Стать мансером номер один в DBD. Бляха-муха. Не, где? Сейчас просто чел очень-очень слепой. На нахуй. Что она сделала с ним? Что она сделала с ним? Давай я. Он ржет мне! Ня! О, Катя умница. По кругу. Так забавно следить. Знаешь, мы в 2 метрах такие сидим, ну ладно. Сука. А вы субтитры включили? Нет. Окей, в следующий раз. Я много чего хочу, да.
У каждой девушки должно быть много желаний. Не только у девушки, что это, да. Что это такое, значит? У Лады тоже много желаний. Да. У Артёма тоже много желаний. Блять. Артём вон упал. Я не ожидал, что я упаду, если честно. Моё желание встать. Он идёт сюда. Да. Говна кусок вонючего. Покажи ему, где раки зимуют. Кто? Я? Да, ну, а кто же еще? Ну, да, конечно. Куда побрызгать? Я иду к тебе. Ой, брызгать надо на тебя, ой, брызгать. Я брызгаю. Она брызгала. А, здрасте. А ты, Влад, здрасте. Влад, беги. Матерь Божья. Что происходит? Кто там валяется? Я Влад, Влада попробую поднять. Ага, хрен. Наша ну, вновь нет, спасибо. Тяка-тяка-тяка. Правда, рандом только один генератор починил. Тебя лечить надо, да? В смысле, два же генника. А, два? Ага. Мне нравится, как оно просто, когда тебя вешают на крюк, оно таким... такими фанфарами выдает. Типа, молодец, красава! Че еще покажешь? Лад, аккуратней, пожалуйста. Ты уже два раза висел. Катя тоже. Катя да. Тоже два раза висел. Аккуратней. Он идет где-то. Надо он валить. Идет, бегите, бегите, бегите. Вали! Не туда же. А куда? Или кто это был? Это Влад добыл. Я куда-то сдриснула, не знаю куда. Так, а тут работает. О, пара-пара. Пара-пара-па-па. Пищ-пыщ. Пыщ-пыщ. Соси. У меня пыщ-пыщ так и осталось. Со вчера. Нет-нет-нет. Да-да-да. Нет, нет, нет! Да-да-да! А как поменять? Кого? Я надеюсь, вы чините, да? Да, я чиню. Умница. Ой, я провалил. Я не вижу, где чинить. Ах. Ну тут. Блять, больно. За что ты так со мной? За что? Грубиян хам. 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 Девочка. Девочка спидоидница. Ой. Боже мой. Почему? Зачем? Давай. Ой, один генька осталось. Да. Давайте, только надо найти его. Где. А человек чинит один. Блять, повесил свой сюртук на спинку стула, музыкант. Так. Я чиню, у меня этот чувак. Ты бежишь? Прыскай, прыскай. Сейчас. Нахуй. Мы вместе чиним. Долго думаешь? А ну меня перестал брызгать, у меня его исчезло это. Исчезла кнопка. Я все умер. Боже. Я все, пока, удачи вам. Блин. Чиним, чиним. Ложка полез. Починили. Удачи, господа. Пока, Артём. Я открываю ворота. Сделал все, что смог. Я, ну что, ты молодец. Можно, если что, выходить? Да бегите. Я-то что, я уже мёртв. Ладно, не забудьте только. Я пошла. Саёнара, бичес.
за себя. Привет. В один лад остался. Я нормальный. Я нормальный. Я нормальный. Посмотрите на ее прическу. Да, посмотрите на мою прическу. Я сегодня вполне нормально, не очень адекватно. Все хорошо у меня. Ну, хорошо, что хорошо. Ты просто ушел куда-то? Вескер, может, он тебя пошел искать? Радостных и печальных потрясений у тебя произошло много. Что у тебя приключилось интересного такого? Рассказывай. Сервер поживает, знаешь, Дискорд так себе. Потому что мне было некогда им заниматься. Работа, все такое. Стримов было не так много. Поэтому, как бы... Ебой. Как есть, вот. Играем с ребятами потихонечку. Испытание взять. Испытание взять. Выбрать испытание. Включить. Испорченный пошитый костюм. Что это такое? Это костюм, да. Подожди, а у меня еще общий прогресс. А мне еще надо это делать. 24 секунды пробегать от маньяка. Так бегаешь, то что ты стесняешься? Так я бегаю. Они бегают. Мальчики бегают, а Катя не бегает. Катя рашит геники. Да. Катя рашит. Сегодня воскресенье, ребята. А что это значит? А это значит, что завтра понедельник. Пиздарики. Уруру! Да, привет! Как вот тебе так, моя прическа? Влад сказал, что мне не идет два хвостика. Он сказал, что не идет у меня два хвостика. Вот так. Да. Как он еще раз сказал, я не понял. Он сказал, что ты единственный человек, которому не идут два хвостика, которого я видел. Вот так он сказал. И потом еще такой пальцем показывает и говорит: ха-ха-ха. Я человек довольно честный и прямолинейный. Ничего не знаю. Ну, я не против. А мы это в барсука берем, нет? Да. Ливаем. Мы дебилы. Как это нажать? Покинуть лобби. Слева снизу, назад, слева снизу. Пересоберемся. Да. А как? Пригласите его, у меня его нету. Я тоже не знаю, кто. А я тоже не знаю, как. Нажми два человечка, видишь, внизу, слева, снизу. Два человечка внизу, снизу. Как найти? А как его найти? Вот это хороший вопрос. Как найти тебя, как найти? Да. А он в другах у тебя есть? Нету. Надо добавить. Сейчас. Упущение. Да. Сейчас разберемся. Hi, hello. Бонжур. Знаешь, кстати, если мне скажут, что я дурында, я не обижусь. Я только скажу, да, так и есть. Ничего нового. Да. Ням-ням-ням. Мне кажется, у меня его нету. Давай попробуем так поискать. Пусть тебе напишет. Да пусть никто напишет. Решетка. Ой, что я вкачал? Мне кажется, его так же, да, и... Подожди, решетка. Как пригласите? А, вон, 9357. 9357. Найти. Вот. А, тут много 9357. Какой именно? Ну, напиши по сук 9357. Ага. А через... он через ЭКС? Я не знаю. Нет, так нету. Я тупая. Мой ник правильный. Игра не видит ник. О-о-о. А как? Там, наверное, вопросики пригласить. Квадратиками. Девять три пять семь. У меня нету даже. Ебать, кто это? Тут нету квадратиков. Да, у меня нету квадратиков тоже. А ты можешь как-то
И как-то может меня найти. Попробуй найтись ко мне и предложку кинуть в друзья. У меня вон пряник гейм, решетка Е734. Она через ДГС есть. Да. Я тебя пригласюсь к тебе. Добавлюсь. Сюсюсь. Господи. Господи, за что? А я сегодня стряпала оладушки, а потом такая, а чё он только оладушки? И ещё сделала панкейки. А фото? Фото? Да. Ну, я кого сделаю. Кроме ладушек еще? Панкейки. А, панкейки. Да, с яблоком. То есть, а, даже так. Угу. А ладушек мало, надо блинчики. Да. Надо, чтобы жопа росла в двойной скорости, да? Не вырастет моя жопа. Кушай макароны, расти попа, все. Нет, у меня все нормально будет с макаронами и с жопой. Макароны, колледж да. Закончил с дипломом младшего специалиста. Ну, я помню, да, что у тебя был никнейм Дима. Дима. А чем... О, принять. Вот они, квадратики. Хорошо, мы в списке. Сейчас чихну. А как будто дыч. Не чихну. А почему ты решил переименоваться? А как теперь нам лобби создавать? Мне просто его... Ну, просто пригласи его, просто да. Его пригласи. Плюсик. Вот так. О, квадратики. О, ура! А ты к нам пойдем? Давайте, пойдем, мы тебя возьмем в Дискорд, чтобы хотя бы ты нас разве слышал. Говорил, что у него микрофон? У него микрофона нет, но он нас слышать будет, нашу истерию хотя бы. Или как? Или как? А? Нани? Фасук? Как? Как? Как быть? Можно. Можно. Где? Вот и... Можно? Можно в Дискорд он где-то а, пишет. А, ну давай, залетай в какой-нибудь голосовой, я тебя к нам перетащу. Нам надо в четверке перейти в склад. Да. А зачем там соло нужно? Соло нужно для того, чтобы я там сидела и умничала. И все такие видели, она сидит, что-то там делает. Сама собой? Да. Сама собой. Так работает? Часто ты сидишь сама собой? Нет. Ну вот. Так, все, сейчас я заберу. Привет. Все, нас четверо. Ура! Хелло, мазафака. Бонжур. Бомжур. Какой невоспитанный молодой человек, не здоровается в ответ. Вообще, все банти ему. Выкидываем его из пати. Хотел пойти учиться на заочку, но ситуация в СМИ сказала, чтобы ты сидел дальше без диплома и делал бибики. Блин. А ты хорошо в тачках шаришь, да? Кажется, в подвале у Кати будет пополнение. Конечно. Рабов. Больше рабов. Больше рабов. Мне нужно больше рабов. А что-то хотела рассказать и забыла. Что-то про рабов, наверное. Да, видимо, что-то про рабов что-то хотела рассказать. Про... Торки все поставили? Машинки. Торки. Машинки. Ну, он же автоматом встанет. Да? Я больше для фасу. Да, если фасу. Он у тебя есть, то он станет автоматом, да. Угу. Ты качаться не забывай. Кенни пишет, пряня! Где Кенни? Куда пишет? В Дискорде. А я, если честно... Не знаю, я, если честно, так и не прошла обучение за манов. Ну, будешь в полевых условиях, блядь, тренироваться, чемпера, что ли? Чё за ник, как у школьника? Ну, логично, логично, молодец. У меня, да. Тихий чпок, да. Вообще-то я получил его еще на работе. Да? Да. Это кто тебе... Это где-то в бухгалтерии тебе дали такой ник? Я понял тебя, Влад.
Я промолчу. О, ты умничка, автослесарь четвертого разряда, молодец. А в каких Не-не. Машинах ты шаришь? Какие больше любишь там? Не знаю, кто-то по китайцам угорает, кто-то там по японцам угорает, некоторые по немцам. Я знаю людей, они шарят, например, Да, наверное, он только тяжелой в ваге. техники. И боже, дай угадаю, тяжелой техники. Тяжелой техники. Так, сейчас, чтобы игру не сворачивать, я буду с телефона смотреть, что там. Что там? Что там Кенни написал? Я проснулся! Да ты умничка, господи! Доброе утро, Кенни! Как там твой нос не болит? Соли-то от соли. Ах, но мы можем его взять пятым ведь и будем играть Да. вообще в фул пати. Прям Но фул если он фул фул. согласится, ты погоди, дай ему глазки-то открыть, понять, где он находится. Зачем? Так только интереснее будет. Где я? Кто я? Зачем? Анушка, ёбаный в рот. Пошла она нафиг. О, так, тихо, я буду слушать. Я буду спать и Не, сутками я спать. надеюсь, Фарсук у нас мастер мансить. О, блядь, она уже здесь, курва. Блядь, хуй тут и одни тупики везде и всюду. Я не знаю, кому там прилетело, надеюсь, не мне. Беги, пряня, беги! Я простите, пожалуйста. Пряня, пряня! Она уры кого-то другого Пряня! Пряня! Смотри, да-да. Мне кажется, Фасук Дай уже не пощупаю. хочет с нами играть после такого. Дай пощупаю. Пощупай меня, Куда ты пощупай. бежишь? Пощупай меня. Да у меня истерика, мне надо быстрее бежать. Куда бежишь-то? А, я не спою песенку, Влад, потому что я не прошла обучение. Я не знаю, как играть за злодеев. Я так и не исполнила этот момент, потому что мне было некогда. Я променяла игру Сюда, на сюда, сюда. блинчики. Нет, нет, Куда? нет, нет, сюда. Пойдем, пойдем. Безопасно. Сейчас, Можешь спокойно Кенюшка, ничего не. мы это сыграем, и тебя тогда с собой будем брать, если ты захочешь играть так. Да, Влад починил же геник. Нифига. Соло. Молодец. Она где-то тут шарится. Не, ну она где-то наверху. Мы же, ты не забываешь, что мы прямо в центре карты находимся. Она может быть где угодно. Например, здесь, блядь, Катя! 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 Почему нет дать 5? Страшно! Дать 5! Жутко страшно! Беги наверх! На каком это уверх? Ахуй тебе! Японцы и грузовики? Не трогай Красить ее! машины любишь? Во, я ж говорю, грузовики. Как воду глядел. Я, блядь, с этим грузовиком 4 или сколько? 6 лет проебался. Пока не бросил полностью. Смотри, какие грузовики. Любовные страдания пережил. О, расскажет сейчас. Ладно, мне нужно Катю помочь спасти. Иди, спасай! Вот тебе мое благословение. Она разломала. Давай! Давай, нихуя она косая, блин, прям как я. Ой-ой-ой, бежит, бежит, бежит! Валим! Вы что там Блять, делаете? Я же встал спиной! Ну как так-то? Я же встал. Вы что, ребята? А Катя все это время стояла, смотрела, что ли? Нет, я дура, все это время была. Надо убегать отсюда наверх. Ой, мама! Катя, беги наверх. А где вверх, блядь? Наверху. Где? Покажи. Лестница, как мы пришли сюда? Я чё помню? Вот лестница справа. Вижу. Справа лестница. У меня топографический кретинизм, я эту карту не знаю. Я понял, все нормально.
Нахуй ты поешь, блять, мразь! Нет. Стой, Артём, Артём, стой! Какой стой? За мной гонится! А, да? Кто висит? Не фарсук. А, стоп, это Катя. Да, полечи меня, потрогай меня. А чё ты тогда от меня убегаешь? Сказала. Помогите человеку ещё, не забудьте про человека. Он внизу висит? Да, конечно. Там на твоем месте. Ты ему крюк как раз нагрела. Тёпленько. Сосай! Катя, иди чини генератор. Хорошо. Я пойду спасать. Она всё ещё за мной гонится, ребят. А где она? Я иду. Я вниз иду. Я чиню. Мать его за ногу. А чини, Влад, спасай. Она идет к тебе, Влад. Пусть идет. Ой. Это было сложно. Ребят, она к вам идет, кажется. Пусть идет. Ага. Я иду к Кате. Нет, я иду к ребятам. Им больше помощь нужна. Стоп! Стоп, прокинь ты палетки! Внизу. Да у меня палетки, она... Ну, типа, она стоит, смотрит на палетку. А, у меня такое тоже было. Игра просто кусок... Говна? Да. Все хорошо. Нет, не хорошо, это не должно так работать. Это должно работать нормально в игре, в которой это ключевой момент. Покажи мне что-нибудь в этом мире, что работает нормально. Skyrim. О, Skyrim работает нормально? Ты гонишь сейчас? Я из-за него не смог. Нет, смог. Надо было брать перки на быстрое снятие. А ты меня снял. Я тебя снял? Ты меня снял. Я думал, я тебя не снял. Нет, ты снял. И зачем ты сюда прибежал? Я будто бы знал, что она здесь. Пока, Влад. Ты там восстанавливаешь? Да, я восстанавливаю. Ты же видишь, она 0 плюсик. Это процент, который я установил. Она идет, она идет. Кругляшок, да, желтый. Ребята, разбегайтесь! Она меня сейчас поднимать будет. Блять, сучка. Так. Видюха сгорела, блин. А у тебя какая видюха была? Она где? Она рядом, нет? Да, она рядом со мной ходит. Я починю пока. Ломает палетку, идет к вам. Она проверяла шифонер. Она эти топорики взяла. А. У тебя в шифонере топорики, ага. Поющая манда. Ребят, я, конечно, вас не тороплю, но поторопитесь, пожалуйста. Я упала, синовала. Катя, все. Катя, все. Не вафля. Топорик прилетел, я слышал. Да. Я еще вафлю в рот пихаю одновременно. Пока! Когда она успевает все это делать? Я не знаю. Ну так она не то чтобы играет. Спасибо. RTX 2080 была. Ооо, сгорела. MSI? Asus? Полит? Какая? Такая была, да. Так, наблюдать. Так, все, мне падать нельзя. Не падай. Надо какая маленькой моей зайке дать кусочек вафельки. А, она у тебя вафли кушает? Она все кушает. Ну, ей все можно. Ну да, у нее, она, слава богу, у меня не аллергик. Как было? Все равно сладкая собакам такое себе.
Но эти вафли не сладкие. А-а-а. Они без всяких там, нету ни сгущенки, ни начинок никаких, ничего. Ебать, топор прилетел. Лада уже не спасти. Да. Следующим буду я. Оп, а он прям к крюку пришел такой. Асусовская была. Нет, Кать, это не я пришел к крюку, это просто имя тут насрано, понимаешь? А-а-а. Ты куда ни приди, тут везде крюк. Или в двух, или здесь, или в двух метрах. Дочинивай. Опа! Блядь, ебаная жизнь. Кто тебя тут поставил? Ху, блядь. Кошмар. А тот, кто будет бабайкой, он же не будет сидеть, получается, в голосовом с нами, да? А вот я не знаю, это как хотите. Хотите сидеть будет, хотите сидеть. Можешь глушить ему наушники и микрофон, чтобы он не слышал нас. Честно, вот как хотите. Как смешнее будет, как лучше. Я, короче, ливаю, люк тебе даю. Ливаю. Сейчас. Это очень медленно происходит, к сожалению. А ты промахивайся. Ну так я делаю. Так, а ты просто пробил спам. Просто пробил спам. Так просто быстрее сразу. Да, вряд ли. Так у тебя еще должно идти. Видишь, у тебя сейчас так должно идти, пока оно пройдет. А так ты сразу. А вдруг вы в аду? Очень повезти. Пусть. Никогда не знаешь, как ты попадешь. Короче, ребята, кто там решил, что будет с нами пятым, мне, пожалуйста. Кто будет нашим маном? Никнейм. О, как увернулся. О, у него такие перки интересные. Ники сами обнуляются, всякие подписи и прочая фигня. Они сами. Да, Сосай тоже вернулся на позапрошлых выходных. Или прошлых. Мы разговаривали. Где этот люк? Пиздарики. Не смог. Ох, нифига, манс, манс. Нихуя себе. Пала. И прилег он полежать. Да, ложись на бочок. Да. Может, она его выпустит? Не знаю, навряд ли. Но она же не конченая сука. Да кто ж ее знает? Конченая сука. Конченая мразь просто. Все. Окей. На. Он баба есть. Заходи. А как тут создать, я уже не помню. А, свою игру создать? Да, свою игру, да. Сейчас. Ложись, маленькая, лежи. Айфон. Так, сейчас я посмотрю. Ник. Чё, Влад, жребий кидаем, кто первым маном будет? Кто будет? А я не буду. Потому что я не прошла обучение, я же манда. Как я... там его Кенни? А, сейчас. Я же манда. Да. Так, подождите. Вот своя игра. А своя игра. Соберете тогда, или как, или что, или... А я же не могу вас... Я всех пригласил. Вот, ты всех пригласил, хорошо. А, нет, могу. Кроме нашего... Пятый, Дима, или Фасука. Кенни все-таки, или Дима, или Кенни. Фасука, я Кенни пригласил. Так, хорошо, Дима отлетает, Кенни, Владушек, залетай. У Димы дела. А, так, быстро, бегом! Дима, это Фасук?
Нет. Дима как это... Сук зовут? Дима так это... Так зовут вас Сук? Да. Окей. Нет, ну да. Все, паника, паника, там в чате все так бегают, как муравьишки. Что происходит? Так и надо. Активно, активно, активно. Называй Катю ласково, чтобы она это добавила в пати. Алло, ребята, вы будете принимать приглашение? А я приняла. Я тебе кинул. Мне только что пришло, вот только что. Кенни, ты тоже давай, где там Кенни? Так вот. Он сейчас запускается, да, Кенни, давай бегом, сейчас по жопе как надаю так. Тебе. О, Владманчик. У меня просто кинуло, я могу перейти в другую. Не надо, сиди на месте. В своих матчах прогресс недоступен, хорошо. Да-да, а тут не на это... Не так. На всё. А, ну тогда я этот... Аф-аф-аф. Я тогда нас перекидываю в другой голосовой, и Кенни, залетай в Дискорд. Кенни, я как и ты. Вот, всё. Я, правда, не в тот, надо было в соседний, но будем тут сидеть. Соседний это где? Это соседний. А, приглашение кинь, пожалуйста, еще раз, Влад. Либо я могу же пригласить, да? Игровой номер. Да, хорошо. Чпоник? Нас много. Ой. Здорово. Здравствуйте. Привет. Как жизнь молодая? Боль, да, я понимаю тебя. Я тебя понимаю. Можешь на моем плече поплакаться. Я все приму. Я вчера поплакался. А что случилось? А я в метро проходил, прошел этого миника убили. Ну, он погиб из-за радиации, я плакал из-за этого. Это какое метро? Серьезно? Эксодус. А, я не знаю таких. Там я сейчас допрохожу DLC, Stories, и потом все закончу. Наконец-таки прохождение серии метро. Я-то думал, что случилось. А он метро, по метро плачет. А я такой, ну, я в тот момент такой, а, ну, окей. Ладно. Ну, ладно, нет чувств. Mm-hmm. Да я не знаю, просто вот Мельник, он на всех частей был. А тут взял... Я говорю, я к этому отношусь проще. Нажимаешь новая игра, и вот он, хоп, снова жив, все. Ну, типа, то же самое с сериалами. Нажимаешь на серию назад, и все. И норм. Включение к другим игрокам. Не, в сериях, кстати, чё? Там в сериях по-глупому умирают, если кстати, честно. Стойте, ребят, а я-то должен выйти, я сама. Ну, я тебя сейчас заблочу. Я тебя сейчас за... Просто уши тебе сделаю. Все сделали? Нет, нет. Уже можно его материть? Нет. Фу, какой он Владик, фу, вот. Подожди, я что-то не то делаю. Фу, на него, фу, сейчас мы обоссым. Нет, вот. Он сейчас нас все равно слышит, подожди. Вот, так если что, Кенни сказал. Да. Блять, где выключить звук? Нет, сук сказал, вот. Влад, рубани себе уши, пожалуйста. Там все выпили. Я его пересажу сейчас, а нет, он сделал себе все. О, блядь, пиздец. Сейчас он меня побьет. А вон он стоит. А кто? Владик маньяк. А, это не он. Да, Владик маньяк. Это плохо. Почему? Потому что сейчас меня будет атаковать. Он потому что беспощадный злодей. Надо было фонарик взять, чёрт. Чё я не думал об этом. Да за шо? А вот ребята, вот он может смотреть мой стрим и будет видеть нас. Он читер, это стрим-снайпер. Читер. Таких мы не любим. Стрим-снайпер. Мне кажется, он к нам идёт. Ой, здравствуйте, вам привет. Он за... Судья, охуел что ли? Кенни. Не давай надо. Сюда, ку свою попку, давай сюда. Давай попку. Нет. Давай попку.
давай сюда попку. Подожди, он кого взял? Кем он играет? Это привидение. О, да. Он может телепортироваться, скажем так. Он читер, блядь. У меня ещё клавиатура лагает, я не могу встретить, ну, влево ходить нормально. Чини, чините, пожалуйста. Я чиню. Есть ослепление? Ты его ослепил? Нет, у меня не, я забыл фонарик взять для Влада. Не, ну первый раз, он же не думал, что если он будет играть за Нерсу, то с первого раза он будет всех уложить. Все равно минимальный опыт нам нужен. Поэтому пусть тренируется. Так, ты бежишь ко мне. Я бегу к тебе. Жопастая тёлочка. Как ты меня назвала? Жопастая тёлочка. Что? Что? Сейчас пойдем за забор, выйдем, поговорим. Поговорим, поговорим обязательно. У кого жопа больше? Это затыкаю. Меня пугают эти манекены стоящие. Их раньше не было, кстати, их вот недавно добавили. Он к нам сейчас придет. Да, он где-то рядом. А вон да. Они там. Они, ты тут прям к ним побежала. Ты прям к ним побежала. Да за что? Нет! А, там Владик потерялся, ну ладно. Влад, ты пешком ее не догонишь, лучше телепортируйся. Сразу несколько рывков делай. Он что-то мне зависло. Жутко страшно. Жутко страшно. Ай-яй-яй, какой плохой мальчик. Владик, не надо. Нет, что-то передумал. Так, я чиню дальше. Чини. А меня Владик хочет убить. У тебя это хорошо получается. Он меня опять хочет убить. Тихо, успокойся, Владик, не надо. Он меня хочет. Он мини хочет, да. Там кто-то верещит? Это я. Я от Владика ушел. И генератор я нашел. Почему я так сильно пугаюсь Владика? Я не понимаю. Если что стоит в шкафу, лучше не прятаться. Так, я почти починил. Он на кошке может ставить? Когда залезешь, ваншотным будешь, я уже проверил. О боже мой. Влад, лови пряник. Нет! Меня Владик пиздит, помогите. Пусть пиздит. Так тебе надо. Нет, ну пожалуйста, я чуть-чуть не начинила, генератор! Записки в десерт. Блин. Как ты обещал генератор чинить? Ну я чуть-чуть не дочинила! Блять, Влад! Шики визги. Где генератор? Сейчас со мной еще это посоревнуются, кто лучше видит. Все, есть, наконец-то. Завалили чаночку. Спасибо. Там писечка у генератора осталась, ребят. Писечка. Хорошо, что не писем. Иду. Писечки я. Что, маленькая? Мама рычит, да? Писечка, это хорошо! Привет. Да, мы играем в ДБД. У нас причем фулл пати, у нас пятеро. И мы, получается, короче, свой у нас злодей, и мы вот это все дело. Вот мы... злодей. Где там Катина эта писечка? Где она была-то? Я меня сняли и. Она там, вон она. Я... Нашел. Ты меня нашел? Я вытекаю. Давай починим сначала. Да. Кого? Я думала, вы меня чинить кто-то будете, блин. Потом. Потом.
Блять, я вижу Влада опять. Влад видит меня. А я. Спасибо. Он дышит мне, говорит. Сука. Он меня взял. А что случилось? Ослепил его? Да-да-да. Да, молодец. Блин, я медленно бегаю. Катя. Да. Давай. Спасайте меня. Ой-ой-ой! Я надеюсь, он на меня переключился, да? Да. Да, он на меня переключился. Влад, подумай, 10 раз. Что ты делаешь? Этот заведен. Подумай. Он заведен. Быстрый тихий. Он тут рядом. Да. Он все равно меня бьет. Угу. Ну все нормально. Я не то чтобы люблю почти такое. Эй, понял, жопа! Я обосрался. Да. Да. В команде все просто весело играть. И особенно когда против вас, Владик. Нормально, нормально. Я умудряюсь переключать даже пылесос. Блин, да я молодец. Надо было лошадку взять первую. Так, хорошо. Ой. Владик. Владик. Кто висит? И раз, и два. Не я. А, этот. Сейчас я сниму. Там уже фасок, блядь. Нет, я не сниму. Кать, ты ранена, какой сниму? Да посрать! Какой сниму, ранена? Я полежу, ничего страшного, пусть он меня убьет. Зато я тебя сняла. Ну, спасибо. Это, кстати, тебе очки засчитают, да, за это. Я жива, я жива! Меня надо вылечить. Прямо, 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 прямо. Вот я хотел вылечить, а вот... Катя, Катя. Конхер, 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 конхер. Я тебя сейчас быстро вылечу. Ну все, последний генератор расчиню. Перк там. Ага, лечи меня. Сердце, сердце, сердце стучит! О. Артём! Катя, беги! Артём! Беги, спасай свою жизнь! Беги, спасай свою жизнь! Да кого я, хромоножка, кого я спасу? Так, этот заведен. Я почти завел. Ты умничка, почти, даже и половины не завел. Я, говорит, почти завел. Это чтобы держал, я держу в курсе, что... Ну, с ориентацией у меня проблема, ну там. С ориентацией? Да. С ориентацией, да. Потому что ты не определился еще, что ли? Да, не определился. Блять, вон. Точно ли починил или нет? Ну ладно, одно. 3/4 части уже починил, да. Пини свою ориентацию. Бля. Все, всем пока. Ой, ты молодец! Я вижу ворота, я открываю ворота! Я знаю пароль! Не вижу ориентир. Я вижу ориентир! Вот спасет мир! О, пряня, здравствуйте! Да, я пришел привет с вами уходить там. А мы можем выходить или нам надо спасти Артёма? Но у нас есть шкала сверху. А я, блядь, не ебу, где вы. А мы прям напротив тебя, как я понимаю. Что делать?
Катя, если вы желаете спасти человека, то ворота не надо открывать до конца. Чуть-чуть, вот прямо вот касание надо оставить, да, на воротах. Потом спасти человека, уже после чего уже прибежать, клик сделать и спасти пипла. Уже в бюджете вместе, да. Все понятно. Есть, а тут так вот таймер идет и все, пиздарь. И потом не выйти, получается. Да, пока таймер закончится, идет. Где фасук? Бежит! Ура, мы все выйдем! Бежит фасук. Фасук, фасук. Что значит фасук вообще? Кто не знает? Что такое фасук? Это... Чё там? Фонарик. Кто фонарик это? Надо фонарик? Надо фонарик? Не знаю. Берите. Окей, не подобрал фонарик. Он так подошел потихонечку, посмотрел, такой присел, подобрал. Мы сбежали от Влада, Влад! Включайте Влада. Как ему включить все? Так, теперь Катя, да? Я не могу! Как я сделаю? О, он еще Мементо взял с собой. Кого взял? Он Мементо Мори с собой взял, Влад. Влад, привет. Как тебе игралось? Судя по голосу. Говно. Говно? О. Да. Думаю, что с первого раза все получится. Нет, я про... Ладно, я потом выскажусь. Ладно, давай, кто следующий? Пусть посука и уйдет, я потом о нем много чего хорошего скажу. С его фонариком, куда я его хочу его затолкать и провернуть. Не бомбить просто. Ну хорошо, все. Да нет, ну просто мне не интересно играть против опытного игрока, понимаешь? Это первая игра на маньяке. Да, давай чуть-чуть это, фасук это... Полегче. Типа я пытаюсь хоть кого-то угнаться, во, держи фонарик. Я пытаюсь, держи фонарик. Он ключ взял. Фасук ключ взял. Убери ключ, спрячь его. Я теперь этого человека презираю на все уровни, желаю ему очень быстрой смерти. Все хорошо. Убери фонарик. Кто знает, вдруг ты ему заднее место откроешь. А кто сейчас у нас будет злодеем? Кто следующий пойдет? Знаю, кто хочет. Влад отработал. Я гонялся только за Кати, потому что это был единственный человек, которого я в принципе могу поймать. Я типа это сразу понял, и я, ну, после того, как я пытался словить Фасука и тебя, я такой типа, не, ну вас в жопу, пойду за Катей гоняться, потому что... Ну так это и работает, да, у манов, они ищут самых слабых игроков и тупо за ними гоняются. Типа, ну нафиг это, ну нафиг вас, пойду за Катей. Ты не пойдешь? Ладно. А как тут поменяться-то? Вот там, щелкайте эту, возле... Переключать наблюдение? Да. Под персонажа. Под о персонаже. Давай, ебаш. Так, это у Лоев еще. Ты отключайтесь. Ты не надо нам тут спойлерить. Да. Отрубай так. Себе. Все. Камеру вырубай. Сейчас. Я хочу какого-нибудь камеру такого. Камеру вырубай. Что же делать, как же быть? Что же взять? Попробуем на нем. Сейчас он нам въебет. Угу. Нет. Сейчас он нам въебет. Какая интересная фраза. Они? А я, подожди, а как уши заглушить? Вот я микрофон-то отключаю, а уши... Правая кнопка мыши, там еще заглушить. Красные такие выделено. Ну, так это... Отключить... Худо-юдо-бич. А мы что, начали играть, что ли? Тупая. А, нет. Не начали, но я просто ему глуханула, и все. Я не успел перки поставить. Блять,
Человек перкнул, просто я снова. Я голенький. Микрофон оставить? Че? Он хочет, чтобы мы ему микрофон оставили. Нет, я голенький, я без. Ладно, давай оставим ему микрофон. Все, будем слушать, как он там бегает и пердит. Игра против деревенщины. Что это значит? О, это который с бензопилой. Он будет нас бензопилой делать. Он может через всю карту разбежаться и пробежать с этой бензопилой заряженной. Одно касание, и ты труп. Поэтому лучше это где-нибудь за заборчиком, за камушком прячься от него. Чтобы он тебя напрямую не видел. А я когда буду бабайкой играть, я знаю, что я буду делать. Смотри, я кучу помню, что мы рисуем. Все нормально. Блять, я без перка. Играть я не умею. Я без перков. Деревенщина. А, это так работает, все, ну ладно. Ну ладно, я один перк взял, блять, палетки подымать. А он бежит. Сложно. Бежит, бежит, бежит. Ну что же, мои поросятки, где же вы? Я хочу с вами поиграть. Это нечестно. Пальчик пики. Как это работает, я не знаю. Блин, может ему глухануть микрофон все-таки? Опа. Я не знаю. Он видит. Я поехал. Как играть на этом маникюре? Сложно. Наверное, лучше глухануть. Это кто это? Пряник. Я сломаю тебе жопу! Бегусь! Не, нахер, лучше слушать, это смешно. Пряня? Пряня? Блять, отвали! Пряня! Юлька! На нахуй! Как это брать, я забыл. Не бери меня, не бери, за жопу взял. Пойдешь со мной на плечах, понеси. Не пойду. Смотри, тут есть большой ассортимент крюков, какой хочешь. Вот есть вот этот крюк. Я хочу на кол. Есть вот там крюки, там где я рассвечу. Ну и ладно. Ну ладно, так и бери. Повесись без меня. Ня-ня-ня-ня-ня. Да? Вот это я вижу. Блядь. Ты кто это? А, это фасул. Фасул. Нет, это не фасул, это... Я сломаю тебе тебе жопу. А где он вообще? И письку. А где он вообще? Господи. Он в доме, на втором. В доме где-то. А. Фасука с ладиком спутал. Спасибо. Да блин, я же... Молодец, красавчик. Ну все, ладно. Тут в доме должен быть генератор, Кать. В доме? Да, мы там починили это. Не, карта вообще не для маньяка. Может на втором этаже. Но эта карта на самом деле, да, плохая для такого. Да? Да. Ну если так вот именно по центру резать их, вот он. Yes. Ребят, захильте кто-нибудь. А ты где? Я в подвале дома. Генератор чинит. Ладно, давай. Я пошел. Ладно. С тобой неинтересно. Вот с ними. Интересно. Я понял. Как поворачивать? Как рушить на этом персонаже? Я, кстати, так и не понял, как работает телепорт у этой медсестры. Не надо. Кенни, подумай. Я ж тебя солью кормил. Тихо. Куда этому? Я ж тебя солью кормил. Мистер, вы далеко не убежите, вы сами это понимаете. Какой мистер? Ну я буду крутиться с вами до последнего. Что-то там веселое у них. Ты всё, надоело твой. Деревяшка? Где? Кто круче, профессор Дамблдор или Гарри Поттер? Блять, господи, он реально пьяный. Научи пользоваться пилой, как пиво, как рулить. А она не рулится, она по прямой ебашь. Профессор Бамблдор лучший. Бамблдор? Бамблдор. А из трансформеров Дамблби самый лучший. Почему? Потому что он желтый? Да. Мне надо заглушить несколько рабочих чатов, потому что у меня
Сегодня у одного из супервайзеров... Я никого не могу поймать, я гребаная безэвэла. Что за карта? Карта дер... ну, там говно. Там дерьмо. Написано. Я не умею рулить на этой карте. Ну все, началось. Карта дерьмо, так. Блядь, мат хуйня. Я починила генератор. А может, пойду поддамся ему. Тут уже все починили почти. Пойду поддамся. Поддам, отдайся ему. Да, 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 пойду отдамся. Где он? Кенни. 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 Я фонарик нашла. Не-не-не, не у меня день рождения, у меня осенью. У одного из руководителей филиала день рождения. И там шлют кучу сочетаний. Кто-то был, но... Где Кенни? Да, я опять проебался. Блять, я его найти не могу. Там... Так, этот работает, генератор. А, вот он. Маленькая моя, что там? Надоел бегать от меня, стой! Сломай тебе жопу, пипичку! Ломай ему член. Ну, я тут там. Чиню, сажусь. А, он тебя ударил, я-то у меня... Всё. Пошли, давай, пошли. Наконец-таки я могу кого-то покатать, наверное. Да ты, да не свирепствуй, не пробуй, не пытайся, не надо, все. Все, успокойся. Да я не взял лошадку, успокойся ты. Повиси немного. Он не понял, да, что мы тут чиним? Да, он... Ты кто? Месье. Месье Чаровашка. Месье при... Аня. На нахуй. Сначала получит воздух, а теперь ты пряня. Пряня. А, ну ладно. Блять, пряня. Ёбаный фонарь. Пряня. В лицо, нет. Пряня, нет. Полезно. Да я почти в лицо спел. Вот теперь надо было, когда ты его оглушил, вот теперь в этот момент надо было ебошить, да, фонариком. Давай. Понабегали тут, а? Набегали фонарик, тут, а? Всё, фонарик не работает больше. А всё, батарейки сели, а чё, ты думал, он будет светить вечно? Да. Как рулить? Как рулить этим персонажем? Ой, блядь, чё там? Чё происходит? Как рулить? Я не умею рулить этим персонажем. Маленько, ложись отдыхай. Знаешь что, иди в жопу, сломаю тебе эту преграду. О боже, где ворота? Вот ворота. Какие ворота? Давай без этих штучек. Бычка. У меня спасает. Иди ко мне, мой милый мальчик. Наверное, да. Смотри, тот крюк тебя ждет. Да не свирепствуй, не пробуй, не пытайся. А, вылечиться надо. Ну, а то вы ваншот. Сначала вылечитесь, а потом приходите. Я еще повесю, мне наможено. Хорошо. О, кого лечим? Кого, только одного. Ребята. Давайте вы уходить от меня не будете. Маньяк. Я хочу с вами поиграть в игрульку. Он своей девушке то же самое говорит? Да. Я не умею играть в эту игрульку. Пряня. Нет. Пряня. Нет. Пряня. Нет, пряня. Это пряня. Это я. Маленький маньяк. Пряня. Ты что тут висишь? Давай знает. Пряня. Про спинку не забывай, Влад. Пряня. Ага. Ребята. Я вас вижу. Ребята. Я не знаю. Ребята, здравствуйте. А, вот ребята, я не умею играть. А, ну понятно, что ты умеешь играть. Ай-яй-яй. А вот так вот нельзя, не положено. А, ну, пойду искать какого-то другого. Пряня. Стой, нет, нет, нет. Где пряня? Я хочу пряню. Хочу вкусненького такого, что-то такого, да. Надо открывать, надо открывать. Здравствуйте. Пора. Валим, валим, валим. Пора, пора. Нет! Пора. Ну ладно. Ну ладно, это вы выиграли. Что это? Ты мне что-то положил? Ты хочешь дать что-то мне? Все. Ты что такое, мое солнышко? Ложись, отдыхай. А.
Надавал по жопе нам. Надавал по жопе, да. Все. Напоследок. Ну, блин, ну как это вообще? Что такое? Что такое? Наша не та. Ну как тебе играть против опытных игроков? Понравилось? Да и фиг его знает так-то. Картинка вроде бы факт, не знаю. Я вроде бы разбайтил там на этот. Ой. Ну сложно, сложно. Ну карта вообще не та, не для маньяка вообще. Угу. Поворачиваться на нем трудно. Что, Кать, готова ты? Я? Я даже без понятия, как играть, если что. Возьми самого первого маньяка, это самый простой и самый легкий персонаж. А как? Это где вообще выбрать даже? На глазик. На глазик сначала, а потом там будет этот взять маньяка. А где будет взять маньяка? Вот там, где у тебя этот такой человечек, ой, не человечек, где у тебя квадратик нарисован. Вот там вот выбираешь маньяка, который тебе доступен. Ой, ой, куда я нажал? Постой. Почему именно эта так, карта? Так, я сейчас стрим Кати сверну, а то... Да, да, рвани. Я, конечно, когда был маньяком, я за вами не подсматривал, так что да. Ну, не надо, блядь. Ну, вообще не сомневались. Типа, мне было немного не до этого, понимаете? Я, короче, да, я не знаю, как играть. Да просто беги, да и лупай всех подряд, и все. Импровизируй. Попробуем, как ты умеешь импровизировать. Да. Серьезно к этому не относись. Да, да, обоссыте меня вот. Сейчас, Влад да, вот меня обоссыт просто. Ну Влад, если, вот именно, есть только Влад. Остальные просто дай 5-метровой палкой к тебе не притронутся. Так, ну что, все? Их не увидишь за матч. Готовы? Артём? А Катя рубанула себя, нет? Я сейчас рубану себя. Микрофон-то вам оставить? Да, давай. Пожалуйста, мы хотим это слышать. Хорошо. Ага, я могу все рубануть себе. А, вот так, без сейчас. Микрофона. Блядь, нет, я все тогда рубану, нахуй. Слушайте, я не могу вам сделать так, чтобы был микрофон мой, у меня все с ушами вместе уходит. Ну ладно, мы потом запись посмотрим. А я ее на стриме могу включить. Я включу у тебя на стриме! О, не факт, что я напугаю кого-нибудь. Возможно, я сама напугаюсь, обосрусь и там где-нибудь сяду в углу сидеть. Чините свои генераторы нахер, блядь. А я Владу хотела песенку спеть, когда буду играть за маньяка. Маленькая, ложись отдыхай, пожалуйста. Мама сегодня крикливая очень, да? Ру-ру. Уруру, как-то одиноко мне. Как ставить... Блядь, капканы как ставить, я вообще даже не понимаю. Как их искать? Как вот смотреть, что они делают? Не жалко свою жертву? Да вот я не знаю, где они там шарятся? Как мне вот? Я даже карту ведь не знаю. О, тигра какая! Тигра. Блять, они починили! Ух ты пи... Блять, Катя! Как нахуй их ловить, блять? Б...
Блять, он еще и руку вытирает. Это Кенюшка, наверное, да? Они мне поддаются, я думаю. Я сейчас их порубаю просто. Ах ты, больно мне! Я знаю, кто это, я не пойду за ним. Злодей. Ах ты, блин, я тупая, манда. Надо вот это не забывать делать, наверное. Задница, я бегу за тобой. Мне бы еще карту знать. Было бы вообще охуенно. Ах ты жопа маленькая. Я разломаю вам все палетки. Я бегу за тобой. Давай. Куда ты побежал? Вот он ты, зайка, давай. Поехали кататься! Как тебя брать? Я подойду к тебе незаметно, ты не увидишь моего лица. Чё вы делаете, письки? Они меня стопят! Блять! Это как вообще так? Они просто меня взяли, застопили. Вот жопы. Где они? Я не понимаю, где они. Как понимать, где они? Надо карты знать. Я вообще не понимаю. Так-то видно, типа, генераторы. Что, ходить просто тупо по гены, чем проверять? Сидят они, не сидят? Непонятно. Это что я по нему ударила? Смысл? Починили. Мне непонятно. Странный. Он пока вытрет свой меч. Какой понт вытирать? Иди нахер и добивай. Там второй удар наноси. Как-то мне непонятно, зачем он. Вообще непонятно. Зачем вы ко мне пришли? Чего вы от меня хотите? Что ты за мной гоняешься, что ли? Зачем? Ну и... Чего вы издеваетесь надо мной? Нате вам ловушку, все, валяйся. Они надо мной издеваются. Ну, так мне интересно играть. Я пойду в шифонере спрячусь.
все, потом баловаться. Я сама в капкан попала! Ой, блядь, серьезно? Я не знала, что он в свои же капканы может попасть. Это вообще что-то непонятное. Своя анимация после удара есть. Ну, как бы, блядь, это да, это, наверное, нормально, что есть анимация. Просто для меня было странно, что он сам в свой капкан попал. Это прям вообще странно. Ну, что-то мне не интересно. Я не знаю. А и что? Я... Что происходит? Меня как будто... Что? А, у меня там сидит! У меня же там чудо в перьях на плече. А вот я не понимаю, когда... Как? Не понимаю, как, когда чудо на мне сидит. Ну, если хоть кого-нибудь можешь повесить, пойдем, я тебя хоть повешу, что ли. Да давай, я тебя возьму. Да, маньяк, которому страшно. Они меня хоть... Иди, не надо, дайте хоть кого-нибудь повесить, пожалуйста. Я, блядь, пока еще до крюка дойду, ёбаный рот, Екатерина, блядь, пиздец, нахуй, блядь. Где-нибудь крюк, пожалуйста, ради бога, как повесить, блядь, как повесить, пожалуйста, блядь. Ну вы чё, прям вот так вот, что ли? Прям вот так, вы вот так прям будете надо мной издеваться, прям из-под носа у меня забирать, что ли? Как тебя убить? Вот так тебе просто. Может в свою же эту попасть? Да блин, чушь какая-то, в свою же ловушку попадать. Это вообще какой-то бред, блин, по-моему. Как это так, в свою же ловушку попасть? Тигра! Где они? Где-то ходит, кряхтит. О, штука какая-то. Какая-то штука интересная. Я не знаю, где они. Это не интересно так играть. Вон они внизу. Я пойду к ним. Хобби страшные, блядь, вообще похую. Пойдем. Давай, повисишь. Я жестокая, я убью тебя. Вы издевались надо мной. Вот так вам всем. Да что ты снимаешь прям при мне? Прям при мне снимают! За что? Просто ссут мне в лицо!
Иди ко мне. Ну и все. На. Ай, больно. Мне не нравится. Возгорание, да. Я в свой, блядь, капкан попалась. Да все. Чё ты там приседаешь, жопа? Чё приседаешь? Чё приседаешь? Иди, выходи. А зачем ты попал в крюк? Зачем? Ты зачем не в крюк, а в этот? Зачем ты в капкан-то попал? На? 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 Получай. Нравится тебе? На? Будете знать, как надо мной издеваться. Куда ты пришла, жопа маленькая? Спасатели Малибу, ёпта, блядь. Они поддаются явно. Они поддаются. Чтобы мне не так обидно было и жопа не так горела, стопудово. Я прям больше чем уверена. Ну и дай сюда. Пойдем повисим. Давай. Ну иди сюда. Ну сейчас ворота закроются. Ты либо уходи, либо, блин, чё? Ты его не спасёшь. Уходи. Он пропащая душа, ты его не спасешь. Давай, все, пока. Где там мой последний? Где моя жертва? Все, давай, пока. Вот и все. Результат матча. Не нравится, что ли? Я не. Ни разу. Что-то я не в восторге. Возможно, из-за того, что это был первый матч. Почему не в восторге? Ты меня переиграла и повесила. Вы поддавались. Вот давайте по чесноку. Вы поддавались. Нет. По чесноку, ребят, я вот не обижусь. Фасук точно поддавался. Артём поддавался. Я Фасука пытался поднять. Он все время падал, я хотел его поднять. Он не падал. Он падал. Давайте по чесноку. Плюс чат, кто поддавался. Какой чат? Да в любой. Фу, ДБД, вот у меня тоже сейчас фу, после того, как я поиграла, блядь, маньяком, прям фу. Котики пошли, расскажи.
Кого? Потики, потики. Какие потики? Ну, потики, в смысле, ладошки спотели, что-нибудь еще спотело. Спина, у меня прям поясница мокрая, прям по позвоночнику все мокрое, блядь. И то, наверное, больше с психу. Я потом пересмотрю обязательно. Не надо, я не хочу, мне не понравилось. Давай я. Попробуй. Я даже не знаю, как выразить все это негодование, которое происходит у меня сейчас внутри. Мы же тебе говорили, что не надо воспринимать все всерьез. Все нормально. Все хорошо. Классная прическа на прошлое была лучше. Прошлое, то есть вчерашнее, просто быть лохматой. Просто быть лохматой. Можно, а я могу распуститься. Так что. Влад, ты чё молчишь? Прош, я вернулся. Ага, привет. Здорово. А кто? Это Дима. Да-да-да, дорогой дневник, мне не описать эту боль и возгорание моего запекануса-ануса, блядь, которое приключилось со мной, когда я играла за маньяка. Фасук, конечно, попробуешь. Чё-чё-чё-чё-чё попробует? Кого? Ну, он за маньяка имеет в виду. А-а-а. Конечно, конечно. Влад! Влад тоже не восторг. А чё ты? Ты до сих пор... Он всю каточку молчал. У тебя до сих пор это негодование, как у меня, да? Да. Конский хвост, а у меня на тех выходных был шикарный такой пушистый хвост. Прям вообще... Прям... Прям секси такая была. В субботу я была просто лохматая, как сказал Влад. А в воскресенье у меня был хвост. Да. Ну, я сижу, если больше хочу освободить, сколько там ДБД весит. Вот столько места ножов. Как его увесит. Я после этой катки тоже возжелала это сделать. Значит, в ДБД больше не играю. Да, я куда политчат убрали, я не понял. Политчат есть. Есть, тебе надо... Я его... А, роль надо. А, кстати, еще 18+, можешь выдать? Паспортные данные, и может быть. Так, роли 18+. А вот политота. Сейчас, подожди. Опять карта резидента. Политики. Ну, там сейчас не особо болтовни, там ее... Нету. Сейчас я мемами там сру, там с мемами про Вагнер. Ладно, чуть позже. Сильно уж... Ну это да, тоже. Не надо. Ну да, тоже правда. Просто я аж понимаю, почему мы в итоге все посрались, я ушел с сервера. Потому что я был этот слишком сильно экспрессивным, таким скажем так. Особо, конечно, не поменялось ничего, но... А, ну как он меня достал? Что случилось, то что случилось. А, у нас сейчас Артём маньяк, да? Да. Артём, это страшно. Влад, меня пугает, что ты такой молчаливый. Мне хочется тебя утешить, прижать к своей груди и пожалеть. Так, еще Фишера надо разбанить у себя. А вообще-то где? Он такой тихий. А кем он играет? Гол. Дискрейка. Приседает надо мной, посмотрите на меня. Кустодрочер, короче, да? Упс. Повис. Так, починили, молодцы. О, мой любимый крюк.
кровью запачканный. Я вообще тут в этих коридорах заблудилась, когда маньяком играла. Блин, это же, по-моему, в Resident играл. Да, в пятого мы играли с Артемкой. А второй не играли? Нет. А, тогда ладно. Привет, привет, Давид. Как у тебя дела? Мы тут балуемся чуть-чуть. Он идет. Или где он? Я не поняла. А вот прелесть этой карты, что ты не можешь понять, где он. Он может быть сверху, но и тебе все равно слышно его. Угу. Мы, короче, тут играем в ДБД. Я была в прошлой катке маньяком. И мне очень сильно не понравилось. Почему? Влад, когда играл за маньяка, ему тоже очень сильно не понравилось. Вот мы сидим тут вдвоем и недовольны. Мне тоже не понравилось. Чиним, блин, это говно. Мне тоже не понравилось. Тебе не понравилось, что именно? Когда я за маньяка тоже играл. А-а-а. Потому что карта не та и... Да все непонятно. Я вот еще карты не знаю. Ничего не понимаю. Вы надо мной издеваетесь. Я понимаю, что вы поддаетесь. От этого становится еще грустнее и обиднее. Когда я в ДБД играл со своими, мне не поддавались, меня наоборот насиловали шкафчиками. Когда я хотел в шкафчик пойти забрать эту жертву, меня сбивали так постоянно. Знакомься, знакомься. Вот я тоже пытался гоняться за вами. Запрыгивал в шкафчик или Артём, или этот. Фасу. И все. Он пришел. Он пришел. Больно. Да, мы фулл стаком играем в пятеру, мы по очереди меняемся на маньяка. А сейчас сколько по Гринвичу? Сейчас по Гринвичу сколько? 9-10. 10. 10-38. О, нормально. А что, сама переехала, что ли? А? Не, а переехала, что ли, в Англию, что ли? Конечно, да. Пью английский чай по утрам. Я просто спрашиваю, типа, чё, по Гринвичу ориентируешься? А я для Фасука специально по Гринвичу пишу. А я ж не смогу с премии выехать никак, уж от 18 до 60. Ну, будешь там сидеть. Да. Тебе бы еще скачать. Комп собрал. Ну, я думаю, что ты скоро скачаешь. Единственное, я не знаю, будем мы еще играть в это или не будем. Потому что за маньяка я так точно больше не хочу играть. Ну, либо мне надо тренироваться. Потому что... Либо маньяк неподходящий для меня. Потому что я, не... я извиняюсь, не поняла. Просто бегаешь как дебилка, блин. Блин, он стоял и смотрел за мной. Пиздюк, не пинай, не пинай, не пинай, не пинай. Долго не поиграешь? У тебя 13:40. Да пиздец! Это что такое? Это голосовуха, типа, голосовая панель там. Там было у вас только одно. Голосовое. Давай, пожалуйста, не без этого. Хорошо, я просто только один раз включил. Я пытаюсь слушать, понять, что тут вообще на карте происходит. И голос Кати это в том числе показатель, где сейчас находится Артём. Скажем так, если она орёт, значит он рядом с ней. Будешь меня лечить? Буду. Давай. А кто пару дней назад ушел, что вы прям разозлились? Ну и блин, нахрен. А, да это просто, господи. Кто-то ливнул, я и поугарала. Ой, забыл, что правило, не на вы, а на ты.
что происходит? Повесил. Протечка. Блять, я карту не знаю. Где тут наверх пойти? Где тут кого спасти? Ебать! Прости, господи, куда я? Блять, а? Ай, блять, истерика, вообще мало истерика. Я куда-то залезла. Ой, блять, пиздец, нахуй, блять. Тебя полечить. Я не могу тебя лечить, у тебя этот, ты не лечибельный. Он меня бросил. Волк. Вау, Валя. Ищи. Ой, я сама к нему пиздякнулась. Еще один генератор надо починить. А где у нас? Вот есть, возле меня. Угу. А как Кенни умер? Ну, догадайся, сестра красный, он мог умереть. Его поймал Артём? Ну как-то других вариантов я просто не вижу. Вдруг он сделал суицид залог успеха. Вот тут летит самолет какой-то. Блин, по-моему, за нами следят. Где? У меня сердце билось. Но уже не бьется. Вот. Он даст нам уйти, интересно, или нет? Мне сердце бьется. Да-да-да, он, скорее всего, куда-то Кенни несёт. Давай, пошли. А, вот он. Вот мы хотели найти Артёма, мы нашли Артёма. Мы нашли Артёма, да. А он сейчас за тобой будет, я вон шкотить. Он присаживается. Да, но он именно тебе, он за тобой наблюдает, типа, и тебя пытается ваншот. Ой. Ты что делаешь? Я его застопил. Беги. Я заблудилась. Где выход? Я потерялась, блядь. Он в главном поле. Убивай меня уже, ради бога, или чё? Не можешь тебя убить. Жаль. Смотрит, наблюдает, как я ползу. Ой, ребят, простите. А может, ты лучше будешь восстанавливать силы? Да, да, но он рядом со мной все равно. Ну так, восстанавливай силы, чтобы мы могли у тебя подбежать и выхилить. А не лежит, он ползает. Так он сейчас вас увидел, вон. И пусть. Ну блин, ну вы что делаете? Идите спасайтесь лучше. Все, он меня взял и повесил. Поэтому. Ну блин. Беги, 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 просто беги, Кать. А мы даже ворота же не открывали. Нет, открыли. Ай, молодцы.
Ну, Артём поддавался, как минимум, при игре со мной. Это да. Так мне интересно, когда в поддавки не играть. Ой, ой. Ой. Ой, привет. Ну, привет. Чё такое? Ну и что ты поддаёшься, когда играешь? Смотри, я не поддаюсь, я первый раз играю за мана. Ты первый раз играл за мана? Ну да, я до этого, я за Суру всю жизнь играю. Быстрые ноги, пендюлей не боятся. Ну да, как-то так. И что? Я что-то не знаю, кто еще хочет быть маньяком? Короче, еще Фасук должен маньяком попробовать быть. Он хотел. Ну как-то мне не зашло быть маньяком. Я понял. Ну, тут либо зашло, либо не зашло. А тебе самому как? Мне? Ну, я всю жизнь за Суров играю. Ему понравилось, он первым делом меня зачерканул и начал приседать там. И начал приседать на тебя? Да. На лицо? Неправда, зачем ты обманываешь? Он меня обманываешь. Он мне чайный пакетик устроил. О, боже мой, господи. Вружка. Да неопытно, я что за беглецов этих неопытная, что за маньяка неопытная. Амана-то вообще ты в глаза их не видела. Ну, я даже обучение не прошла. Естественно, я ни хрена не понимаю, чего там нажимать, почему нажимать, сколько эти анимации длятся. Понятно, что типа у каждого должны быть вот эти, типа, как он кастует это дело, как он делает. Но я вот, например, я не понимала, как осознавать, что у тебя на плече кто-то висит. Я понимаю, что я что-то, блядь, не могу идти нормально. А почему я не могу идти, я не понимаю. И вы там у меня под ногами, блядь, как цыплята под квочкой. Чё вы у меня под ногами там делали? Это было забавно, если честно. Что-то, блядь, взяли меня там за... Застанили, блин. У меня малые серьги. Мы запрещали тебе вешать кого-то либо. Ага, запрещатели великие. Ау, ее! Котянявка и чатик тоже. Фонариком пользоваться нельзя, поэтому тело. У меня мана даже не раскачанная от слова совсем. Вообще. Давид. Спасибо. Ребята, вам всем в чатике нявк-нявк-нявк. Всем-всем? Всем-всем в чатике нявк-нявк. О, тебе боже. Ну и вам в семью. А где у Влада галочка, что он готов? Может, он отошел? Влад! Я перки готовил. А, ладно, окей. Я, кстати, недавно замечал, что Влад отходил куда-то там, в туалет. А он не отходит никогда. Я не отхожу, просто. Один раз он мне только сказал, типа, Артём, подожди, я ворота открою, и всё. Он не нуждается вот в этих вот человеческих потребностях, которые у нас там, пожрать, посрать, поспать. Ну, богам такое не нужно. Я, понимаете, я врос в дом, в кресло уже. Я могу, не перемещаясь, все это получить. Мило смотреть, как я играю и не понимаю, но у меня начинает возгорать. Я начинаю злиться. Вот это вот есть. Не надо с этим надо бороться, да? Бороться со злостью надо? Да. Нет. Не, ну можно выплеснуть на что-нибудь другое там. На что? На стену, на меня. На тебя? Плеснуть на тебя? Да, 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 вот кислоты. А какую ты ставил? Я ставил этот салон. А я ничего не понимаю, где тут что. А это, возможно, мое подношение сработало. Я салон поставил. Миска. Миска. О, пирамидка. Пирамидка. На по прянику. Мне не нравится. Он вообще не щадит. Вообще не щадит. Это страшная штука. Да это надо я. Иду, иду. Да чтоб тебе, да? Чё, а чё? Этот маньяк через текстуры фигачит. Каждый второй через текстуры фигачит. Он через все фигачит. Просто у некоторых это просто рассинхрон. Это значит читерство.
Тип того, да? Имба! Фичка, фичка. Зачем такие имбовые персонажи нужны? Окей, не буду. Уравнивать не... Чтобы уравнивать неткод. Чтобы жопа горела у людей. Работа у разработчиков. Повесил. Дочини, я пошел к Кенни. Хорошо. Я постараюсь дочинить. Кенни, Кенни. Понял. Чтобы дети не плакали, что игра сложная. Так игра дети сложная. Дети в такое не играют. Я думал, дети в такое нельзя играть. Мне сложно. Детям вон, в доту надо играть, детям. Ну, конечно. Давай вылечу сразу, ментально. Так, уронил, да? Так, Влад, он рядом, нет? Да, он рядом. Хули ходишь по этим штукам, ты приседай, когда по ним ходишь. Ага. Понял, да? Так, ты понял? Ты понял? Это так работает. Надо приседать, вот так по ним ходить только. Ну так можно, да, ходить по ним. А стоя нельзя ходить по ним. Пойду Влад спасать. Иди, но я тут рядышком. Он рядом? Я хрен знает. Он Кенни идет. Мне надо. Кенни идет к себе. Кенни! Кенни! Спасла его. Да. Давай полечу. Я быстро лечу, когда снимаю. А я еще быстрее. Давай вместе супер скорость. Давай. Уи! Отлично. Так, вот тут генератор был. Супер скорость. Он за что ты меня так? Он за мной бегает. Дети в доте узнают, кто их мама и папа. Да дота очень жестокая на язык игроков. Это язык фактор. Баунти-хантер. И тут бедолага просто стоит, блин. Ну, коротнуло, по-моему. Починили. О, он убил. Я или я пойду. Кто в клетку пойдет, я пойду в клетку. Клетка, клетка, клетка. А он где-то здесь. Не знаю. Нормально? Да. Он меня... Где? Вот за что так... Ай, как больно, блядь! Нахуй эта жизнь? Ненавижу тоже палача, если честно, этого. Тот же. Шипиши через. Ой, блядь! Ой, блядь, блядь, блядь! Бряня, давай починю. Где меня? А, давай попробуй. Больно это смотреть. Не смотри, я тебя отпускаю. Спасибо, что приходил. Иди с миром, иди с миром. Мир тебе. Муа. Да, муа тебе. И пис, и любовь. Он где-то рядом. Я не успею, блядь. Ага. Ёб твою мать. Пис — это мир, а... А я бегу такая вся в Дольче Габбана, блядь. Ну, фасакон, ему слишком просто всё. Ага. Фасук не щадит никого. Траве сидел, фасук. Снимайте и беги! Снимаем и бежим. Блядь. Снимаем и бежим, бежим и снимаем. Я уже почти поднялся. Я не еду к тебе. Держись. Я почти поднялся. Держи гробку свою. Наготове. Держишь свою жопку наготове. Опа. Я не упал. Катя, не ползай, а лучше поднимайся. Помни об этом. Потому что если он тебя не поднимет сразу... Что навряд ли. Не, ну если там, не знаю, есть кто-то рядом с тиммейтом, можно под палеточкой, если палеточка рядом. Может кто-нибудь уронит, ему надо под палеточку. Так, пряня. Mm-hmm. А... Влево или вправо убежать?
не Кенни! А Кенни, он ваншотнул! Я постараюсь. Только когда ты смотришь назад, ты как бы не видишь, что происходит впереди. Да. А, и ты утыкаешься в самый ближайший тупик. Ребята, он к вам идет. Нам пизда, убегаем. О, вон он. Я иду пробовать снять. А я Влада не вижу почему-то. Где он? А, вон. Не, рад уже ломать. Что увидел? Ах. Давай, починю сразу. Скриншоты. Скриншоты. Угу. Кого там? Кто там? О, тотемчик. А я, кстати, какой-то тотем находила. Огненные ломать надо. Катя, у тебя черепок справа есть? Знаешь, мне кажется, сейчас Фасук тоже узнает, кто там... Его родители. Ты уже это говорил, ты еще сам в первом матче говорил. Же еще в самом первом матче, да. Нет, я ему говорил, куда я ему фонарик хочу засунуть. Кости огненные запомните, ломать надо. А сейчас я уже... Дай. Там ты казинь, я слышал. Ёбаный рот этого казино, блять! Нормально, ладно? Ну все, ребята, мы по одной жизни. Поднимай их, Влад, поднимай, за мной гонится. Не бегу, бегу поднимать. Кто это? Это я. Да какая разница, поднимай всех. Да там на меня он быстрее харкнет, чем... Да, чего, но... А че? Что у вас за отношения такие? Мы не извращенцы. Кровь, кислота, вот это все. А, прости, господи. Письки. Не, мы долго играть не будем. Долго играть не будем. Мы, я думаю, что это последняя катка. Я больше не вынесу. Фасок довел. Мои невры это не вытерпят. Фасок довел. Я думаю, что если ребята кто-то хочет, у нас Димочка хотел поиграть. Блять, Влад! Так это не я, а теперь я. Ломали пряню. Что у вас там происходит, господа? Они меня... Мы не слишком опытные. Да, они меня неопытно лечили. Затыкали меня нахер ножами, блядь. Ёбаный рот! Артём, я бегу. Воскресенье. День ненависти. О, воскресенье. Да. Подожди, тебе же воскресенье-то? Да. Да. Все хорошо. Просто, блядь, заряд у Екатерины будет на рабочую неделю, на блядь, всю неделю, и убить да. нахуй кого-нибудь на работе завтра же. Не, ну если вы так это реагируете, я отказываюсь с вами играть в DBD. А с кем ты будешь играть в DBD? Один, как обычно. Один? Я могу я забрать тебе. А ты тоже так реагируешь? Как нет, я не реагирую. Сука, бля, гору, пизда. Вот так? Не-не-не, я более такой спокойный. Ну, Влад мне тоже говорил, что он спокойно относится к таким играм. Он же дотер, вот этот ковчанин. А только стоило ему сюда зайти, так что такой, я понял, да. Нет, против рандомов, бывает весело. А тут... А против профессионалов тут еще... Я заметил, что вы как-то с рандомами более спокойно относились, чем нужны друг к другу. У вас какая-то, ну, любовь такая, очень-очень. Не понимаешь, просто мне почему не понравилось, потому что я понимаю, что вы мне поддаетесь. От этого начинает жопа гореть. Мы не поддавались. Да, конечно, не пизди мне. Я не поддавался. Да-да. Я реально не поддавался, я не умею играть, потому что... Вот. Я поддавался, да. Я наоборот пытался этого спасти посолка, да. Окей, нет, ты с Epic Games ушли играешь? Да. А, понятно, я просто в Steam убил за год. А чё я не упал? А чё, эта штука не роняет сразу же? Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
О, hello. It's me. Mario. Ой. Ай, спасибо. Кто-нибудь? Только он где-то шарится. Меня он идет к нам, он идет. Времени на генератор. Блять, я прям на эту хуету. Да. Пизда тупая, блять. За что же так? Сука, да я и не так на себя могу. Если тупая, хули тут поделать? Все хорошо. Это же просто игра. Это не Дота, где у вас там. Извини. Я про тебя совсем забыл. Про кого? Это вам. Меня лечит. Это вам не Дота, чтобы там гореть на тиммейтах. Это обычно типа дружеская ТБД. Вот. Дружеская. Это что, круг смерти? Игра для всей семьи. Приходите с детьми в ТБД играть. Серьезно? Если вы хотите чтобы у вас отношения было хорошо, играйте. Если хотите потерять лучшего друга, приходите в ДБД. Ладно, нет времени, надо чинить бинцы. Где-то. Если косточки найдете, крикните. А пожалуйста. Что, как это понять, косточки? Ну они такие черепа горящие. А, к нам идет товарищ, господа, пожалуйста. Че, блядь, первый раз что ли? На, Палек, поебали. О, блядь, осуждаю. Первый раз что ли? Извините. Не ебну этого Мерлу. Ну, как личика. Катя! 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 Нет, только не Катя. Ой! А нет, они убили Катю. Тебя в клеточку засадили. Да. Если хочешь найти себе парня, будучи парнем, приходи в танки. Как вариант? А, ну это да, кстати. Одобряю. Там будет есть пробитие, да? Я тонкий давно не играл. Лучше иметь друга, чем друг друга. Господи, такие крикчи. Откуда взялся? Что за звуки? Что такое? О, минус Кенни. Мимента. О, мне живот чиркнул. Чиркнул? Кишки вылезли? Кишки. Там скорее другое что-то вылезло. Так, у меня сердце бьется. Кишки. Кишки, кишки. Кишки вышли из мартышки. Да ты задолбал со своими дистанционными атаками. А, давайте в игре про погони сделаем кучу персонажей, которые то телепортируются, то бьют с дистанции. Игра ж отлично от этого выйдет. Тогда. Хуже уже не станет, Влад, я так скажу. Стоны тебе нравятся. Почему хуже не станет? Скоро танк добавят вообще. Будет прекрасно удивить. Кого? Танк? Да. Какой танк? Ну обычный танк, блядь. Ну обычный танк, не слэпот. Блин, а знаете, что я сейчас представил, вот, если бы добавили DBD танк из Left 4 Dead. А среди нас нет танкистов? Ну, нет. Я частично. Частичный танкист? Ну War да. Танк. Нет, War Thunder и обычный танк World of Tanks. Я в году еще раз там World of Tanks сыграл, а потом... Тундру так... Я ее уронил не для того, чтобы ты ее уронял. Ой, ломал. Сломал? Сломал, блин, вот у тебя новая палетка теперь. Чини! Где дерево руби? Ехали пиздарики на воздушном шарике. Кате будет хорошо. Сейчас на Кате в жопу дадут. Не в рифму, зато правда. Да. Ну ёбаный пиздец!
Она старалась. Хорошо так как. Блять, аж плечи перестали болеть сразу же. Ёбаный рот, который хотел! Я за тобой. Один лад работает, ему вообще... Гарпуном видишь. Стреляет и притягивает к себе, да, я видела этого маньяка. Это стрелок зовется. Он притягивал меня своим гарпуном. Притягивает. Да. Манит, манит. Манит. Мы такой, иди сюда, детка. Иди сюда. Ой, я сейчас буду делать... Скриншот, скриншоты. Как-то он жесток с тобой. Я думала, мы друзья. Плечики помассировал. Я думала, мы друзья. Блять, кто остался там? Ладно. Бедолага. Ну точно не здесь, не к краю карты. Против трюкача поиграть? Блять. Я как раз купил недавно трюкача. А нервы мне купишь? Новые? Они продаются, я тоже себе куплю несколько пачек. Нужны нервы новые. Не про запас, пожалуйста. Так, записан. Кому еще немножечко нервов? А он закрыл. А у Влада адреналин сработал. Угу. Как он мне поможет? Как он тебе? Он тебя, во-первых, вылечил, плюс бафнул тебе скорость. Бабища блюет, маньяк. Че за маньяк? Ой, он идет. Чума! Она блюет и сифилисом заражает. А близнецы это пиздецы. Да выпусти Влада, будь человеком. А тут жопу возьму. Рвет. Тут жопу рвет просто так, что ли. Ку-ку, ёпты. Пиздец, блядь. Влад уже не сопротивляется, всё. Открывай эти ворота! Хуй бежишь, блядь, вставай! Вставай! Он тебя... Влад, это нормально, он тебя бросает, у тебя устанавливается вот эта штука, так что это не троллинг, это нормально. А то сейчас карты стираются, опять бросают, поднимаю. Это наоборот хорошо. На волю, на свободу. Свободу. Ай, блядь. Да бомба. Никого... А, не, Влада пожалел. Да. Да, это Влад поставил эту карту. Ну ладно, хорошо. Повезло, повезло. Как... Все, наорались. Как дела? Да, вот игра чудесная, если в нее не играть. Согласен. Мы же по сути сейчас будем спрашивать, как дела? Ну, у него нет микрофона. Да. Он бы поинтересовался, он бы поинтересовался. Обязательно. Наигрались? Наигрались. Да, рот болит и в попе больно. Артём говорил эту фразочку. Я думаю, мы все, да, пожалуйста. Я точно все, ребят. Простите, кто хотел поиграть еще. Можно, пожалуйста, без меня. Ребята, если хотите, соберитесь, пожалуйста, там поиграйте, побалуйтесь. Я больше на сегодня не смогу. Да, пожалуйста. Пока, на пока. Да, если не знаешь, с чего начать. Вечером, ночью.
Сейчас я вот так сделаю, чтобы все посмотрели на мои уставшие глаза, испуганные. Игра хорошая, да, но плохая. Было все замечательно, но я заебалась. Хорошая, но плохая. Игры плохие. У меня мокрое все. У меня мокрое спереди, у меня мокрое сзади, у меня мокрое даже в носках, ладошки, за ушами и везде. Игра вот. Хорошая, если не играть в нее. Не добавляй, Деброк, нельзя предлагать тебе. Кого-кого? Хотела, нормально. Дебро Галактик тебе нельзя тогда предлагать в любом случае. Хорошая игра, но тоже потная. Фасук пишет, все нормально, поиграли. Ну, я рада, я ливаю. Я рада, я ливаю. Ай, бля, все, я вышла нахер, удаляю. Это как мы тогда в ВВЗ поиграли, блядь, Катю бомбанула, Артём сразу же, нахер. Составлять список этих неудачных игр. DBD, World War Z, Mario. Почему World War Z? Знаете, вот в принципе, вот так вот с такой же скоростью, как этот чел, и я выхожу уже из ZBD, который я вам скинул в этот Discord. И чисто вот я так же. А чё, почему прям не понравился World War Z? Я играла когда-то. Вроде все было норм, помню, да. Но последний раз мы когда с ребятами играли, я забыла все, и мы сразу, короче, такие на среднем мы, по-моему, сложности, да, на трех черепах. На среднем. Я забыла про то, что там у нас, господи, нельзя по своим лупасить. И я давай своих хуячить. Мы что-то сдохли. Я психанула, потом у меня пошли вьетнамские флешбеки о том, что я хуёво играю, и как я, блядь, так могу вообще играть, и откуда у меня даже не из жопы руки, а из пяток, по всей видимости, и... Ну, это же World War Z, зачем там топать? Да! Но мы ещё не пробовали на этом самом максимально. Мы причём играли с тобой в GTA. Угу. Кем? Я помню. Кем? С мистером Мегакейком мы играли в GTA. И мы, помню, первый стрим по GTA у меня был, я его удалила. А там, да, мы в GTA играли. Нет, а зачем? Я это видел, просто тогда на стриме с вами сидел, я помню. Владик, в ВВЗ мы играли? Фокс играл. Блядь, с тобой мы точно играли еще в GTA, по-моему. Ты меня еще на машинке, по-моему, катал. В эпике играли. В ВВЗ, ну, может быть. Может быть, я уже старая. Это было давно, в 19-м году, наверное. Ах, я вспотела. Ребята, я не знаю, как вы, а я вспотела. Катя после DBD. Надо будет посмотреть. Обязательно посмотрим. Вспотела. Да. Я посмотрела это. А можно я прямо сейчас гляну? Посмотри. Там ничего такого запятого. Они питаются радугой и какают бабочками. Это где? Это он тебе вишку скинул? Это в чате, в общем, во флуде. Да, это похоже. Они какают бабочками и едят это радугу. Где? А это в Дискорде. Ну, я еще не вижу. Вот там на пленничном сервере много чатов. И там флот чан. Чем их много? Зачем столько много? Сложно. Сложно, да. Я вам поверю. Короче, ребята, я думаю, что на следующих выходных DBD не будет. Хватит DBD. Мне надо будет передохнуть от DBD, честно, а не в дошка. Как там огород мой? Лет 5 тогда. Огород хорошо, сейчас пойду поливать. Солнышко чуть-чуть светит. Когда следующий стрим по Доте 2 будет? Нет. Нет. Мы сейчас доиграем в девишку. У нас сейчас девишка по планам. Потом нам надо будет Dead Island пройти. Потом после Dead Island у нас будет по планам, значит, Borderlands. Надеюсь, будет Borderlands. Да, надеемся, будет Borderlands. Третий Borderlands, кстати. Первый, потом, наверное, второй, потом третий. Да, они же все копные. Первый, потом сиквел, потом второй, потом третий. Как прикажете, мальчики? Я сделаю все, что вы скажете. Да? Влад, начинай. Доставай список. Подождите. Портянка. Где тут мой 96-листовый блокнотик? Давай список расчехляй.
У меня еще есть одиночные игры прикольные. Мне надо будет обязательно выкроить время, чтобы в одиночные игрульки поиграть. Сейчас это просто в Катю так это голубиной почтой, эту 96-листовую тетрадочку отправлю. Мертвый душ прилетит там. Да, а вот ее пока летит. Сегодня же июль, Кать. А? Июль сегодня, Кать. Ты говорила, что июль в июле. У меня, кстати, ровно через неделю рождение будет. Ура. Да, ура. У Влада будет день рождения. Ему исполнится 12 годиков. Да. У них в один день рождения. Да. RDR 2. Я хочу идти в нее играть. Она долгая же. Да, 50 часов, если на бабочки не затрагивать. Она долгая, и она может быть даже не для стримов, я тебе так хочу сказать, в том плане, что... Там очень много такого. Там просто вот ты сидишь, смотришь сюжет. Там ничего не происходит. А те, кто хотели посмотреть сюжет, уже посмотрели сюжет. Как бы, ну, игра всё-таки не новая. Ну, уже в 18-м году, по-моему. В 18-м. Да фиг его знает, там она на ПК в один год. В 18-м на консолях, на 19-м на ПК. То есть, ну, она не новая, так что она, я думаю, даже не для стрима. Баратрауна. Ну, так можно в RDR онлайн, можно пойти. А что такое Баратрауна? Катю связать и на рельсы. Да. RDR онлайн сейчас, знаешь, там 3 человека играют. Не, да. Почему? Я заходил там... Ну, это американцы там обычно. Ну и этот, с ябнов там вроде как тоже не то, чтобы много. Обнов там нет вообще, по-моему. А зачем меня на рельсы? Ну, потому так. Что можно так сделать. Там можно так сделать, да. То есть Катя. Вам мало меня посадить в камеру и обливать. Вам еще надо меня связать, бросить на рельсы, обоссать, а потом меня поезд переедет, да? Да. Еще в реку сбросить после этого вместе с конем. Коня не надо обижать. Все хорошо. Я следующим буду все равно на рельсах. Скорее всего, да. Да, вот. Потому что ты меня позвал в DVD. Просто ненависть, ненависть. Больше не зову, все, я понял. Надо выдохнуть чуть-чуть просто. И, ну, не знаю. Ладно, может быть, чисто так вдвоем можно побегать от рандомов, но вот так вот в пятером собираться, когда у нас настолько разный уровень игры в эту DBD, ну... Ну, типа... да, либо мы были бы мы все ватрушки, новички, было бы, может быть, это... Все да, мне кажется, бы. Было бы... Я не ватрушка тут. Мне кажется, было бы более-менее интересно, потому что никто не понимает, что происходит. Ну, не маньяк, не выживший, никто не понимает, зачем, что нужно. В итоге получилось бы более интересно. Нет, получается, знаете, как? Вы вчетвером профессионалы? Мы с пряни так. Мы с пряни так. Мы с пряни пофоткать в этой игре. Ага, да, расскажешь, я тут не намного больше вашего играю. Я чисто понимаете, я просто хорошо имитирую чужие действия. Вот я увидел, как Артём бьет палеткой по голове маньяка. Я стараюсь имитировать вот это вот. Вот буквально это же. Я не научусь, я имитирую. Не у того нашел, кого имитировать, конечно. Да, время мы нормально провели. Да, ребят? Время мы провели в целом хорошо. Просто дело нормально. Возгорание жопы. Если опустить возгорание жопы, то все остальное замечательно. Было весело, когда мы были в меню. Было весело. Пряня. Ау. Когда Outlast? О, третий? Да. У кого есть третий Outlast? У меня есть. А у меня нету. У меня нету. Он как вышел, я сразу же его купил. Ну, мы пока без него, но я не знаю. У нас, понимаешь, времени не так много, чтобы... Как бы... Он еще дорогой. Правда. Я сейчас с Киберпанк не доиграл. Да, этот Outlast, я, честно говоря, даже смысла в нем не вижу. Почему? Ну, он не страшный. Типа, первая, вторая часть более... Ну, потому что не бывает страшного хоррора в кооперативе. Да. Там можно в соло ебашиться. Но в даже соло все лучше равно. Второй или первый?
Окей, а я не играла ни в первый, ни во второй. Типа, это же точно то же самое, как в фазмофобии. Типа, когда ты один, ты можешь хоть как-то прочувствовать эту атмосферу темного дома. Когда нас четверо... Не так страшно. Прям вот совсем ты бегаешь, чисто улюлюкаешь. Вот, когда начинается вот это все мяу, кяу, блядь, сяу. Да-да-да, вот это вот, фоткаю, как Артём там бегает по кругу от призрака. Я еще за солью там хожу. Это соль, блядь, свою нюхает. Начинается вот это клоунада, и, соответственно, вся атмосфера, ну, улетучивается. Ну, это у вас улетучивается, а у меня страшно. Вот я только как раз хотел сказать, Катя-то боится сразу. Да, я-то там очкую, у меня глазенки выпучиваются. Но там все равно есть хоррор моменты, даже когда в четвером играете. Там, вот, например, там со шкафчиком. Это джампскейры больше, не хоррор моменты, мне кажется. Ну да. Но там все равно может бабайка вылезти из шкафа и пугать тебя, а потом еще перебал. Так, давайте не будем говорить о бабайках из шкафа, у меня... Все еще флешбеки от грязи из ДБД. 9 числа у Владика. У Владика 9, да. Будем устроим. А ты будешь 9 тогда играть или нет? А 9 это какой день недели? Это воскресенье. Не знаю, мне в этот подавать в университеты надо документы. Ну вот. А я без понятия, честно. Бугнатика очень интересный. Ну, я поиграл в Бугнатику. Это было плохо. Я забыл сохраниться, и мне пришлось все заново. И так раза 5 было. Мы посмотрим. Если вдруг Владик будет на связи, то мы устроим алкострим с поздравлением Владика с днем рождения. И мне параллельно Мэрию будем поздравлять. Тебе тоже пить, да. Только не пепси, блядь, твою. Я понял. Не пепси, значит, кока-колёку. Кока-колёку. Позже скажу, буду. Сососало? Хорошо, попозже скажешь. Но пятница, суббота у нас в силе, да? Да, пятницу, субботу я должен быть, да. Мы подумаем, во что будем играть. Ну, у нас что сейчас? Девишка, фазма. Ну, можем Dead Island начать, например. Сия? Если хотите, Сия. То пожалуйста. Либо Сия. Можно фазму, я думаю, не знаю. Можно на фазму сделать фазму. Перерыв, может. Потому что Артёмки достали уже эти домики, которые не, просто... беленькие. Не, просто обновление какое-нибудь, если честно. А нам когда обнова будет? В августе. Нам надо будет этот... Если фазму, то мне кажется, уже действительно надо пересаживаться на вот эти деревянные домики, потому что вот эти белые светлые, они... Приелись уже. Да. Ну, на профессионале уже щелкаем их, как нехуй делать. Выбирать повышать, сянь? Повышать градусы. Градусы я повышать. Запомню сянь выбирать. Сянь? Сянь. Я не помню. Сянь это которая китаяночка? Китаяночка моя да. Не надо, не пиздите, алё. На моя тоже так-то. Я задел себе. Да? Нет, все, видите, она моя. Нет. Она моя, все. Я зачекинила ее. Я так и не прошу, Dead Island. Dead Island. Dead Island. Dead Island. Мне кажется, тебе сейчас где-то в челюсть должна прилететь одна учительница английского языка. Я как вижу, так и читаю. Как вижу, так и читаю. Забила, да. Это я так иногда читала, когда переучивалась только с немецкого на английский. Тоже что видишь, блядь, то и читаешь. Цуцумбер. Да, да, да. Не надо. Бутонс. И кухля. Да. Да, мы же угорали как-то на одном из стримов про эту фигню, да. Это всегда смешно, это классика. Это у каждого было. Неужели мне тогда за Сэм Би придется играть? Ну, я не знаю. Я за кого-нибудь. Ну, не важно, выберем уже, да, выберем. Возьмем 4 китаянки. И будем... Нельзя так. Нельзя так? Один... А, это как в ВВЗ должны быть персонажи, это? Разные. Да. А там на четверых? Да. Мне просто нравится Сянь, потому что она ориентируется на острые режущие оружие. На катаны, например. На ножички. Да, это не потому, что тебе нравятся китаянки. Китаяночка. Да. Конечно, Артём, конечно. Сидите в своей там этой азиатской башкирии. Азиатская башка, так и запишем. Не, ну просто нас почему-то в дивижене постоянно подключала к Азии, когда он был хостом, условно.
Ну вот потому что, такой. Потому что там куда-то вниз будет что-нибудь. Там куда-то вниз будет что-нибудь, понял? Так и запишу. Катя географии преподавать нельзя, там вниз будет что-нибудь. Да зато поржали. Ну, представляю, стоит такая типа доски, да, преподает, типа показывает вниз, на, ну, на юг на карте, там вниз будет что-нибудь, внизу находится Африка, а еще ниже. Логан будет, это, Влад за Логана играть будет. Почему? Флэшбэк? Ну, потому что он не будет за черную женщину играть, да? Ну да, я могу за черную женщину играть. Нет, что? Кенни, ты в порядке? Не играй, говоришь. Он соль понюхал. Ай, ребята, приколисты. Влад будет большим белым мужиком. Да, посмотрим, выберем потом. Нам самое главное девишку да пройти. Да. Да. Потом нам там основной сюжетки осталось... Ну, ценный чёрный, я буду играть за него, так, я чёрный в душе. 33. Да. А Влад не любит чёрных, он расист. Там мулатка получается. Тем более за женщину играть. Мулатка. А что я хотела сказать? Короче, мы... А если мы будем в Dead Island играть, мы втроем будем или мы будем вчетвером играть? Ну, я могу подключиться. А ты... Постой. Нету. У меня есть. Которая продвинутая издание, как она там, Divinity Edition? Да. А, ну хорошо. Не, с другом начали приходить, а потом такой забил хер. Ну, он тогда смотри, тогда у тебя, если мы будем собираться играть, у тебя не будет выбора, ты должен будешь приходить и играть. А не так, да. Что я пошел и в DBD поиграю. Ну, у меня женщина, вот. Забей на нее. Ну, как забить? Они не нужны. Подтверждаю, они не нужны. Кто они? Женщины. А, женщины? Нафиг это зло. Осуждаю. Кать, прости, я забыла то, что ты тут. В следующий раз, когда ты будешь что-то говорить про женщин, да, капрали тут нету или есть? Если нету, поговорить смело. У тебя уже скулы болят. Она сама говорила, что ее воспитывали как парня, так что Да-да-да. Не считается. Не считается. Папа хотел мальчиков, да. У женщины еще компьютер играет. Кошмар. Да. А еще не будет мастер вино иногда, да. Вообще кошмар. Так точно. Ну что, ребята, будем прощаться. Насчет следующих выходных. Да, только прощаться не можем. Мы обсудим все и ближе к пятнице решим, что мы будем делать в пятницу. А потом решим, что мы делать будем в субботу. А потом решим, что мы будем делать в воскресенье. Возможно, ребята будут бухать, и я буду играть одна. Дота 2. Да, мне удачного полива, я пойду поливать огород и нарву огурцов. Там опять огурчиков наросло. Вот зачем ты это сказала? Я хочу огурчики. Я люблю огурчики и лук. Сила земли? Сила земли, да. Бомба вообще. Все, ребятки, попрощайтесь все, пожалуйста. Пока-пока. Всего хорошего. Всем чмоки-чмоки в обе щёки. Пока пасук не скажет всем пока, мы не закончим стрим, да? В следующем году. Просто, блядь, перманентный стрим у Екатерины Пряниковой на канале. Все, пасук написал гудбай. Всем гудбай, ребята. Увидимся на следующей неделе. Всем хорошей недели. Будьте все умничками, больше отдыхайте, кушайте вкусняшки. Все, бай.